Привет! А в этом видео мы с бабушкой специи расскажем и покажем, как приготовить яблочное повидло из яблок. Яблочное повидло – отличная начинка для сладкой выпечки. Благодаря тому, что повидло получается густым, оно при выпечке не вытекает из изделий. На вкус оно просто идеальное, и никакой магазинный аналог с ним не сравнится. Состав рецепта рассчитан на 40 порций. Яблоки – 5 кг. Сахар 3,5 килограмма. Основной этап приготовления. Для приготовления нам потребуется всего два ингредиента – сахар и яблоки. Яблоки очищаем от кожуры, срезав ее ножом. Делим его на 4 части и вырезаем сердцевинку. После этого нарезаем мякоть на мелкие кусочки. Выкладываем яблоки в алюминиевый таз и засыпаем их сахаром, не перемешиваем. Оставляем в таком виде на всю ночь. На утро яблоки дадут сок, тогда их хорошенько перемешиваем и ставим на огонь на 10 минут. Вечером еще раз провариваем яблочную массу в течение 10 минут. Во время варки периодически помешиваем. Оставляем до утра. Утром еще раз провариваем яблоки 15 минут, даем 5 часов остыть. И снова провариваем 15 минут, остужаем 5 часов. Дальше провариваем их в последний раз, помешивая, чтобы лишняя жидкость испарилась. Закатываем повидло из яблок в стерильные банки, обязательно в горячем виде. Банки переворачиваем кверху дном и оставляем остывать. Хранить такое повидло можно и при комнатной температуре. Яблочное повидло по этому рецепту получается довольно вязким. Его можно использовать в качестве начинки для пирогов, жареных или духовых пирожков и булочек. А также можно просто намазывать яблочное повидло на батон. Такую еду очень любят и дети, и взрослые. Иногда мы делаем из батона тосты и намазываем повидло на них. Такой перекус улетает со стола очень быстро. Мы обычно закатываем повидло в банки емкостью 0,5 литра или в литровые. Зимой оно идет у нас очень хорошо, так как мы постоянно готовим сладкую выпечку, которую в нашей семье просто обожают, особенно с таким наполнением. Попробуйте и вы приготовить яблочное повидло из яблок по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!